Всем доброе утро. Мне это очень странно говорить, потому что сейчас уже вечер. И мы с вами здороваемся вечером, потому что наше утреннее видео, там, где мы с вами здоровались и бежали в универ, оно полетело, потому что ветер там задул просто все. Мы даже себя вообще не слышали, что мы говорили. Вот, поэтому мы начнем вот так вот наш влог, а все остальные видео сохранились, и все будет как обычно. Мы покажем, что произошло с нами сегодня. Вот, и мы хотели сказать, что мы были в двухдневном отпуске, поэтому не было два дня видосов, но наши родители вытянули нас из этого отпуска, сказали, вы чего снимаете, давайте видосы, поэтому мы вернулись, да. Вот, и сейчас первое же видео будет про то, как мы играем в игру, которую мы начали играть на прошлой неделе в универе. Вот, нам дали компанию, если вы помните, и нам нужно спасти ее от банкротства. В общем, смотрите, какой уровень инвестиций был до наших решений. Там было минус 4. А что случилось после того, как мы начали принимать решения? Мы в столовой. Перед нами сидят банкроты. Мы обанкротили компанию. Он тоже банкрот. У нас минус 20% возврат инвестиций. Да, было минус 3. Стало минус 26. Минус 26. Мне кажется, ну мы предпоследние в нашей группе. У нас есть 4 группы всего в классе. Команды. Команды, да. И мы четвертые. Ой, третьи. Мы третьи. Это наш первый большой провал. Да. Не знаю, сможем ли мы все вернуть. Потому что мы начали принимать очень кардинальные, радикальные решения, а другие группы, они вообще практически ничего не меняли там. Да. А мы решили так, ребята, давайте вот это выбираем, вот это в 3 раза повышаем, вот это понижаем. Не знаю, может сейчас вернем все как было, а после того, что минус 3 будет, минус 25. В общем, сейчас я вам покажу нашу ситуацию. Вот. Это наш уровень возврата инвестиций. Был такой и стал вот такой вот. Разница в 22%. Вот, мы очень много денег потеряли. У нас очень много продуктов, которые мы выбрасываем. То есть производим много, продаем мало. Уровень обслуживания у нас плохой, потому что то есть мы пообещали много, а выполнили мало. Вот здесь это видно. Вот. В общем, мы немного проиграли этот раунд, потому что у нас было минус 4 возврат инвестиций, минус 4%, а сейчас у нас минус 20. Но прошло всего лишь виртуально 6 месяцев. У нас еще есть 1.5 года, чтобы все изменить, и все можно изменить в плюс. Да, и мы знаем, в чем наши ошибки, мы знаем, что делать дальше, и поэтому я уверен, что у нас все будет по так. Я надеюсь. Да нет, все будет нормально, я в этом уверен, потому что мы знаем, что делать дальше. Потому что, знаете, мы еще не знали, с чего начать. Мы просто вот нам дали как бы компанию, и мы не знаем, ну, что пойдет, что не пойдет. И поэтому мы решили так вот радикально там кое-что изменить. Вот, оно не сработало, и теперь мы кардинально это изменим в другую сторону. И оно обязательно заработает. Да, я в этом уверен. Сейчас 5:30, а мы еще в университете. Нас чуток нагрузили под конец дня. Прям дали нам задание. И мы умираем. Смотрите, моя команда работает. Стас меня не слушает. Какую вторую? Вот ту. Вот эту? Вот ту выше. Вот эту. Видишь, вторая выше. Ты же первый раз ворд видишь. А как я? Ух ты, запрещенно получилось. Ладно, короче, ставка была. О, нормально. Видите, сколько команды мне приходится работать? Сложно с ними. Но друзья есть друзья. Ребята, сиеста тайм. Да, и мы это говорим на камеру для того, чтобы не проспать всю ночь. Потому что сейчас... 6:40, вот, и если мы проспим хотя бы
полтора-два часа, то уже нет смысла вообще просыпаться, согласны? Да, будем уже спать. Лучше завтра проснуться. Да, поэтому мы хотим поспать максимум час. Максимум полчаса. Да, и посмотрим, получится это у нас или нет. Удачи. Называется Сиеста Челлендж. Играем. Удачи. Такое. Проснулись мы в 8:30. Да, сегодня не наш день по выполнению планов. Ой, и что теперь делать, блин, в 9:30 вечера? Я не знаю, как сейчас теперь жить? Мы уже как час просто валяемся. Как жить дальше? Как жить? Капец. Ладно, будем думать, как жить, да? А Катька, вам задумалась? Я тоже буду к ней присоединяться, думать. Сейчас я вам покажу, чем чревато спать вечером. Дима, что ты делаешь? Пресс качаешь? Говорит, что сон делает с людьми. Угу. Так что мои занятия в 11:30 ночи — это ничего по сравнению с вот этим. Кастя, все нормально? Наш неудачный день подходит к концу. Да, мы, конечно, не расстраиваемся, что мы завалили нашу компанию, но мы про это часто думаем. Да, но вообще, ну, это же первый раз наш, мы первый раз играем. Да. На самом деле, вот в чем проблема была, это в том, что, знаете, вот подходящее слово — это мы наклацали. Вот так вот. И оно не получилось. Но мы все исправим, потому что у нас прикольная команда. У нас Дженни с Индонезии, у нас Филиппе с Коста-Рики, Атакан с Турции, Стас с Украины, Катя с Украины и я. Да. Поэтому мы справимся. И ты с Николаевым. И я с Николаевым. Это отдельное государство. Вообще, мы будем ложиться спать. Спасибо, что нас посмотрели. Всем пока. До завтра. До завтра. Пока.